Здравствуйте, сегодня у нас будет речная рыба в томате. Рыбу я обжарила в мультиварке, остудила, извлекла из нее все косточки. Вот такие кусочки у меня остаются для того, чтобы я их сделала в томате. Сейчас я уложу слоями рыбу, морковь, болгарский перец, лук. Из приправы у меня сушеная зелень, лавровый лист и немножко розмарина. И все это залью протертыми томатами. Нижний ряд я уложила рыбу. Сверху вот так нашинкованный лук. Затем болгарский перец. Рыба уже была посоленая, когда я ее жарила. Она была пропанирована в муке, поэтому муку я сюда вводить не буду. Дальше морковь. И зелень сушеная. У меня здесь укроп с петрушкой. А также я введу листики лаврового листа и немного розмарина. Теперь это залью томатом. Можно томатной пастой. У меня томатный соус. Вернее, даже не соус, а перетертые томаты. Домашний томат. Все готово. Остается только поставить мультиварку и включить режим минут на 20. Либо томление, либо просто экспресс приготовления. В общем, 20 минут нужно протомить. В моей мультиварке есть режим тушения. Я выбрала тушение 20 минут. Рыбка приготовилась. Вот так она выглядит в мультиварке. Она еще немножечко там доходит. Сейчас будем накладывать и смотреть, что у нас получилось. Рыба в томатном соусе готова. Готовьте со мной. Готовьте быстро, вкусно и с удовольствием. На этом я прощаюсь сегодня с вами. Пока-пока!